Ребят, короче, я ел печеньку с чаем. Кто мне прочитает правильно это слово? Бах и мат, блядь! Минус три. Кубки бантиком, бровки домиком, похож на... Наверное, я потом об этом пожалею, но это будет потом, поэтому насрать. Поймали этого горбатого пидора, блять, ушлёпка недоёбанного. Если ваши соседи мешают вам спать по утрам, делая ремонт, мешайте им спать по ночам, делая людей. Ауки быть, кто будет?